Всех приветствую! В этом ролике будет обычная схема подключения датчика движения и ответы на часто встречающие вопросы пользователей. Так, это будет роль, является самым простое подключение, тут ничего мудреного нет, это стандартная схема подключения. Расскажу наиболее коротко и ясно, как подключить датчик движения и лампочку. Допустим, в данном случае тут будет светодиодная лампа Canyon 6 Вт или вот другое. Датчик движения типа ASD-DD009. И, соответственно, вот это шнур питания будем использовать. Лампочку с патроном. И вот датчик движения. Коротко о предназначении датчика движения. Датчик движения – это так называемый дистанционный электрический выключатель. И включатель. Когда человек заходит в зону, где этот находится, в комнату, где этот находится датчик движения, свет автоматически включается без включения каких-нибудь выключателей. Когда человек выходит из комнаты, где датчик движения стоит, свет автоматически выключает на время, определяемое задержкой. Датчик имеет два регулятора, в некоторых три регулятора, допустим, DD08. Первый регулятор – это тайм, это время задержки, то есть это время, при котором у нас датчик движения не выключается при отсутствии движения. Как только последнее движение произошло, проходит время, определяемое вот это время задержки, и датчик движения отключается. Люкс – это касается положения, это когда имеется датчик движения, чтобы, допустим, датчик движения не срабатывал днем, бывает в этих случаях, тогда переводят режим ночь. Если хотите, чтобы датчик движения срабатывал и днем, и ночью, переводите в режим вот эта звездочка, вот. А тут полумесяц ночной. То есть, если в ночном режиме, то есть, когда рассветает, когда свет уже в комнате достаточно, датчик движения не включается. Если повернуть ее по часовой стрелке до солнца, так называемого, тут солнышко, то, разумеется, датчик движения у нас будет реагировать при любой освещенности. Вот коротко о предназначении датчика движения. Так, давайте подключать. Датчик движения имеет три входа. Вот посмотрим. Нижняя клемма – это коричневый провод, это L, входящая. Средняя клемма – это синий провод, это N, тоже входящая. И выходящий у нас выход – клемма A, красный провод. Вот красный провод, то есть получается фаза 0 и выход. Первые два провода, то есть коричневый и синий провод, они имеются практически у всех датчиков движения. Третий провод может быть, в основном встречается либо красный, то это третий провод, это выход. Выход либо красный, либо бывает черный. Бывает еще в редких случаях желтый свет, но это уже так называемые экзотические датчики движения из Китая, которые, в принципе, редко. В основном красный или черный бывает. Допустим, Brennan Stuhl. Допустим, он черный, а вот DD09, DD08, он красный. Это выход. А коричневый и синий, то есть L и N, L это коричневый, N это синий, это, соответственно, получается фаза входящая и 0. Теперь подключается просто, вот тут у нас шнурок и патрон с лампочкой. Для начала мы скрутим так называемые два провода. То есть получить, чтобы три из четырех. Это провод на сетевой, который подается напряжение с вилочкой. А это у нас лампочка, вот, сразу видно. Скручиваем синие провода. Вот так. Раскручиваем клеммную колодку. Так, получается вот. Общий провод сначала мы подключим на синий, то есть на N. Вот точки соединения двух проводов. Провод, который к лампочке идет, и провод идет, который к сетевой вилке. Подключаем к средней клемме. Вот так вот. Как видите, вот это к синему проводу, то есть к клемме N. Это называем так называемый 0. Закручиваем. Теперь провод, который у нас идет от шнура сетевого, то есть подвод 220 вольт, мы подключаем, коричневый, тут, в принципе, без разницы, подключаем к коричневому проводу.
то есть входящему клемма N и L. Вот так вот. И последний. Скручиваем провод, чтобы он спокойно в клеммик вошел. Красным проводом подключаем второй провод патрончика на лампочку. В общем, так вот. Как видите, все это очень просто. Никаких тут заумных схем, как некоторые пишут, нет. Вот и все. Все. Входящий провод к коричневому проводу, то есть кель. Потом средняя соединяется один провод патрона и один второй провод шнура, который подводится к сеть, включается к синему проводу. И второй провод патрона подключается к красному проводу. Провод красный может быть черным. Все зависит от датчика движения. В основном либо красный, либо черный. А коричневый и синий провод это... это фаза и ноль, соответственно, то есть входящие. Ну, начинаем включать. Так. Датчик движения. Ключи должен включиться. Так. Контакт плохой. Ну вот, все. Вот у нас светится лампочка. Сейчас не двигаюсь. Время поставлено минимальное. И должно выключить свет. Так, все, пожалуйста. При повторном движении все включается, видите? Тут я поставил режим люкс минимальное. То есть это в режиме день. Поэтому на свет она реагирует. Видите, двинул и реагирует. Ну, что вот если сейчас я переведу датчик движения, и он не будет срабатывать. Так, видите, он не срабатывает. Все. Перевожу опять. Ну, щелкнул, опять контакт. Да что такое? Так, прошу извинения за небольшую задержку. Дело в том, что хорошее качество китайских патронов, которые не контачат и которые продаются практически во всех магазинах электротоваров. Вот поэтому такое качество, соответственно, высокое. Что приходится мучиться, что это патрон. Ну ладно, не в этом дело. Так. Ну, в общем, короче, схема работает, видите. Вот, четко отрабатывает. Проблем нет, вроде же. Все равно контакт теряется. Да что такое, а? Ну ладно. Так, теперь я расскажу часто ответы на часто встречающие вопросы. Вопрос номер один. Многие спрашивают, будет ли реагировать датчик движения на домашних животных. Все зависит, ответ такой. Регулируется, чтобы на кошек, на собак не реагировало. Регулируется это не чувствительность, как многие говорят, а наклоном вот этой сферы. Вот, пожалуйста. Вот сейчас я, вот видите, двигал возле сферы. Запомните одно правило. На что смотрит окно датчика, на то он и будет срабатывать. Если вы направите сферу вниз, вот так вот, то она будет реагировать на пол. Соответственно, на кошек, на собак. Если вы поставите ее перпендикулярно это плоскости стены, вот так вот он будет реагировать на взрослого человека, который, если вы поставите возле выключателя, который проходит и, соответственно, реагирует. То есть, регулировав наклон датчика движения, а это датчик поворотный, получаем, соответственно, зону срабатывания. То есть, если перпендикулярно, кошки-собаки, они же не высокого размера, не так ли? То будет датчик движения, не будет реагировать на них. Вот и все. Таким образом, наклоняя вот эту вот сферу, это от моих рук, соответственно, настраивает нужную зону срабатывания. То есть, на что смотрит вот так вот он, на то и срабатывает.
Давайте сейчас я покажу сейчас пример. Я вот сейчас буду руками двигать возле окна, окошечко вот так вот, и посмотрим, будет ли датчик движения срабатывать в этом случае. Вот смотрите, я двигаю руку, видите, она ни одна не проходит плоскость, соответственно, на то, что смотрит окно, и, соответственно, никакого срабатывания здесь нет, видите? А вот если сейчас я это палец у меня попадет в зону, пожалуйста, все срабатывает. В общем, короче, регулируйте наклон, и, соответственно, можно, соответственно, настроить, соответственно, зону срабатывания. Поэтому такие датчики движения поворотные. Вот сейчас опять двигаюсь, опять не включается, вот стоит вот опять попасть, все, пожалуйста, срабатывает. А вот если я сейчас его ниже поставлю, вот смотрите, рука, видите, она, окошко смотрит на мою руку, посмотрим, будет он срабатывать или нет. Сейчас отключится. Так, все, пожалуйста, сразу реагирует. Чуть двинулся, все, на меня, шелохнулся. Он смотрит на меня сейчас, датчик движения. И, соответственно, вот шелохнусь, все включается. Вот так вот. И вот если вот я так поставлю его, окно не смотрит, соответственно, мои движения. Соответственно, реагировать не буду. Попробую сейчас я подвигаться за камерой. Никаких реакций нет. Видите, реакций никаких нет. То есть, крутите на то, что смотрит окошко датчика, вот это вот, на то он реагирует. Второй вопрос такой. Многие задают, у многих датчик движения после выключения начинает включаться заново. Есть такая штука, да. Происходит это, во-первых, пониженное напряжение датчика движения. Такое тоже может быть из-за недостатка. То есть напряжение, то есть не меньше 200 вольт. Некоторые датчики движения не хватает для схемы запитки. И поэтому, соответственно, датчик движения срабатывает. То есть напряжение на датчике движения желательно, чтобы было 200 вольт и выше. Такие датчики движения в большинстве случаев работают, такого глюка нет. Вторая, чаще всего на датчик попадает свет от лампочки. Такое часто встречается, когда сильный свет попадает на датчик движения от лампочки, от освещения, то есть окошко вот это, то, соответственно, датчик движения при выключении включается сразу. Такое тоже. То есть окно не должно, я от моих рук, не должно смотреть, соответственно, напрямую на источник освещения. Запомните. Третье. Факторы воздействия. То есть это внешний фактор воздействия. Здесь может быть сквозняк в комнате, допустим, где установлен датчик движения. Это первое. Второе, может быть, это всякие, может быть, если датчик движения расположен напротив батареи, разумеется, внешних негативных факторов. Чтобы вычислить, датчик движения у вас ложно не отрабатывает, или это ложно отрабатывает ли от этих факторов, это элементарно просто. Берете изоленту, заклеиваете вот эту сферу, вот эту вот сферу вот, изолентой. Блин, опять контакт плохой. Вот он. Вот эту сферу заклеить изолентой для того, чтобы ее закрыть. Потом смотрите вы в несколько дней. Если ложные срабатывания, они прекратились, то значит причина, соответственно, во внешних воздействиях. То есть значит, надо либо повернуть сферу, иногда бывает, вот это вот так вот, либо соответственно, поменять место расположения датчика движения. А если он срабатывает, и это при заклеенной изоленте, изолента должна быть непрозрачной, то, разумеется, тогда неисправен датчик движения либо питания. И еще некоторые датчики движения, еще, кстати, отмечено, бывает, реагируют на скачки напряжения. Бывает такое тоже, но такие вот DD-09, они на скачки напряжения, я, в принципе, срабат не заметил. Поэтому, но вот некоторые китайские датчики движения, вот, двухпроводные, вот, сейчас скажу, вот такие вот типа... Вот. Они срабатывают. В недостатке, кстати, китайский датчик движения вот такие, то, что они не поворачиваются, как видите. То есть тут уже наклон не порегулируешь. Вот это минус, конечно. Ну и они еще бывают тоже от скачка напряжения, почему-то, когда включал, допустим, помех какая-то шла, они почему-то тоже включались.
Так, идем дальше. Еще некоторые тоже жалуются при длительной эксплуатации. Бывает так, датчик движения не щелкает, но лампа постоянно горит. Происходит это из-за залипания контактов реле. Чтобы разомкнуть эти контакты реле, следует постучать по датчику движения, конечно, не сильно, не молотком, так рукой. Бывает, разлипается реле. Если этот способ не поможет, то берется, нагружается хорошая нагрузка, где-то утюгом 1 киловатта, датчик движения, и стучите, стучите до тех пор, пока релюха не разлиплась. И у меня уже такое было. Пришлось стучать, стучать, где-то минут 5 стучал, постукил по датчику движения, и утюгом нагрузил, и разомкнулось. Ну, в крайнем случае, придется менять реле. Так, ну, в общем, короче говоря, я рассказал ответы на вопросы, и как проще всего подключить датчик движения. Подключается он очень просто и, соответственно, элементарно. Датчик движения рекомендую ставить возле выключателя. К сожалению, этот датчик движения требует подвода нулевого провода, поэтому возле выключателя, к сожалению, его мало поставишь. Тянуть нулевой провод надо, но используя другую схему, специализированную схему подключения, которую много раз я показывал, можно обойти эту проблему. Разумеется, при использовании светодиодных ламп, совместимой с этой специализированной схемой подключения. И тогда проблема в нулях отпадет. Более того, можно управлять двумя нагрузками при помощи выключателя, переключая одну на другую нагрузку, считая, используя такую же схему и без нуля, и еще управляя двумя нагрузками, позволяя это светодиодной ленты, допустим, светодиодной лампочкой с импульсным драйвером, можно переключать люстру или светодиодную ленту по желанию. В одном случае будет датчик движения включать люстру, в другом случае может включать ленту. Все это по двум проводам. Третьих никаких проводов не надо. Подобное решение у меня на моем канале. Много я уже снимал ролики, поэтому тут заостряться не стоит. Этот ролик в общих понятиях самый наипростейший. И, соответственно, самый простой, то, что я показываю на своем канале. Тут нет никаких заумных схем. И, соответственно, очень простое подключение. Напоминаю, что входящие вот эти вот провода, они подключаются к коричневому и вот этому, вне которых 220, подключая к коричневому и синему проводу. К синему проводу подключается также, помимо сета, со вторым вот еще провод патрончика у нас, где лампочка идет, и второй провод патрончика у нас к красному проводу. Бывает черный провод вместо красного. Так, и еще после это, если вам это датчик движения не имеет провода, чисто контакты, запомните следующее. Всегда входящий 220-вольтовый имеет литеру фаза L, 0, N. L и N. То есть L и N это практически во всех датчиках движения. А выход поменяется это в основном, как правило, ни L и ни N. Бывает L нулевое, L штрих бывает. Бывает A. Ну, то есть это не L и не N. Это другая буква, отличается. Бывает штрихом L, штрих может, бывает. L нулевое. L1 бывает тоже. Ну, по-разному. Вот имейте в виду, если вам попался датчик движения, которое имеет, провода не имеет, а чисто клеммик стоит там, ну, особо микроволновые, то тогда запомните, выход это тот, это который символ отличается от L. Это не L и не N. Не латинское L и не N, не без всяких символов. L и N это есть подвод всегда 220 вольт. Это практически во всех датчиках движения, которые что я видел. А видел я очень много датчиков разновидностей, их могу больше 15 разновидностей. Могу точно утверждать. Ну, в принципе, я ответил на вопросы. В принципе, все я сделал правильно. Так что подключайте, настраивайте угол поворота датчика движения на нужную зону. Если на кошек, на собак не настраивает это, то тогда, соответственно, поворачивайте перпендикулярно. Ну, если там на детей, чтобы срабатывал, ну, придется поиграться с углом поворота вот так. Ну, в общем, так вот наклон вот такой
Также, если, допустим, датчик движения над столом находится, для того, чтобы не махать рукой постоянно, тоже можно поиграться поворотом. Ну, короче говоря. А если вообще не хотите датчик движения, чтобы срабатывал, задираете вот это окошко вверх, вот так вот, и он не будет срабатывать, все. В общем, так он вообще не будет срабатывать при движении. Даже не надо выключатель ставить. Вот видите? На вот так вот и засуну. Вот и только сверху, чтобы он смотрел наверх. Все. Ну, у меня, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. Я на этот раз сам простое подключение показал. Просто много народу смотрит. Как я понял, чем проще видео, тем больше просмотров. Поэтому я выложил это видео. Но, разумеется, со своим дополнением. Все, всем доброго, пока.